С первых минут мероприятия было понятно. Организаторы подошли к празднику творчески и по-настоящему спортивно. Речь идет о зажигательной зарядке, которая моментально разогрела участников и настроила их на будущую борьбу. Кроме детей и их родителей, к разминке присоединились и представители жюри. Да и как было устоять перед таким заразительным примером? Этот праздник проходит у нас в рамках районной акции «Образ жизни – здоровье». И мы надеемся, что вот эти соревнования послужат стимулом для участия семейных команд в областном празднике «Самая здоровая семья». После зарядки команды получили маршрутные листы и приступили к соревновательным испытаниям – эстафетам, где каждый участник смог проявить способности в разных видах спорта. Прыжки и бег на короткие дистанции, метание копья и другие конкурсы. Во время праздника и взрослые, и дети становились одним целым. Ведь ничто так не объединяет, как воля к победе. Очень хорошо, что это происходит в семьях, потому что сохраняется в таких случаях, конечно, и преемственность. Дети смотрят на родителей. Вот, передают, конечно, потом это в будущем, надо думать, будут передавать следующим поколениям. И, конечно, все будут становиться здоровее. Хорошая атмосфера, все такие дружные, веселятся, всем очень нравится, все хотят победить. Всегда так массово, все так весело проходит, организованно, постоянно какие-то новые знакомства обязательно у нас осуществляются. В общем, весело, интересно, задорно. Всегда на высоком уровне проходит. Победу в юбилейном 5-м по счету празднике «Семейный круг» одержала команда 18-й школы. Есть вероятность, что вскоре ее сборная примет участие в областном конкурсе «Самая здоровая семья».